перед началом ролика я бы вам хотел порекомендовать подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о новостях, и также я там публикую постоянно свежие выплаты. Также можете узнавать о новых раздачах токенов, о криптовалюте и много еще чего интересного. Ссылка в описании. Всем привет! Вы смотрите канал «Интернет и деньги», и сегодня у меня для вас интересная платформа для заработка без вложений. Сразу хотел бы сказать, что такой способ заработка подойдет не каждому, потому что, если быть честным, я тоже не уверен, что буду здесь сам лично зарабатывать. Но, тем не менее, я решил поделиться такой возможностью, потому что некоторые блогеры уже тоже здесь пробуют заработать. Я даже сам лично видел, как люди здесь зарабатывали более чем по $100 за пару дней, и это без вложений. Так что здесь очень хорошие суммы. Даже за один день, если повезет, можно заработать более 20 баксов. Платформа называется Crazy Cash. Что касается способа заработка, то, как я сказал, возможно, он вам не понравится, а возможно, кому-то и понравится. Потому что он заключается в том, что вам здесь необходимо вести стримы и выполнять различные челленджи. Например, вы ведете стрим, вам кто-то присылает челлендж, и за выполнение этого челленджа вам платят. Если вы все правильно выполнили, то вы получаете денежку. Если нет, то, соответственно, денежки не получаете. Конечно же, от любого челленджа вы можете отказаться, ну, если он будет выходить за какие-то рамки. За один челлендж можно получать доллар, два, можно и $10. Это как кто. Вот если посмотреть, вот этот человек, вот, кстати, стримеры, которые на данный момент есть, каждому можно зайти и предложить ему какой-то челлендж. Конечно же, для этого нужно иметь денежки на балансе, для этого его нужно пополнить. Но это делать я не советую, потому что мы пришли сюда зарабатывать. Итак, давайте, например, возьмем вот этого стримера. На балансе у него уже есть почти $18, то есть он заработал за сегодня такую сумму, и он еще в эфире. Он уже в эфире почти 6 часов, но за 6 часов 17 баксов, в принципе, неплохо. Он ничего не делает, просто выполняет челленджи. Давайте зайдем на его стрим. Здесь слева есть чат, и справа есть челленджи. Как видим, вот такие у него сейчас челленджи. Так, Педро просит вызов. 10 минут без остановки просишь вызов в своей манере. Педро готов к вашему вызову. И вот $2 за этот челлендж он получит, если он его выполнит. Ну и есть вот, например, вот такой вот челлендж, съесть чеснок. За это хотят $10, собрано только 15 центов. Кстати, можно не собирать до конца сумму. Если, например, ваш челлендж стоит $10, здесь насобиралось доллар или два, вас такая сумма устраивает, то за эту сумму вы можете выполнить этот челлендж. То есть не ждать, пока соберется полная. Ну, как видим, можно здесь неплохо зарабатывать. Давайте зайдем еще кому-то, посмотрим. Вот, например, вот этот человек заработал уже $14. Давайте посмотрим. Вот съесть маленький лук $2, большой лук $4. Целый чеснок $8. Вот такие, в принципе, здесь есть челленджи. Вот, разбить сырое яйцо в трусы. Ну, это, конечно, такой челлендж, я бы такой не выполнял. Но и, как я сказал, от любого челленджа можно отказаться. Итак, как же здесь запустить стрим? Все просто. Вы проходите регистрацию, далее вот здесь есть мои стримы. И создать трансляцию. Вы его запускаете, даже можно запускать его с мобильного. Здесь есть полная инструкция, для этого необходимо скачать мобильное приложение. Далее создать трансляцию и отсканировать QR-код. Вот. Все делайте по инструкции, здесь все довольно просто. Более подробно можете зайти вот сюда для стримеров. Здесь все подробно написано, можете все это почитать. И тоже есть кнопочка «Создать трансляцию». Также есть раздел «Как это работает». Можете тоже все это почитать. Как, что, к чему. В общем, чтобы вы лучше понимали, как все это работает, как здесь зарабатываются средства. Ну, прямой эфир – это вы можете здесь находить стримеров и смотреть их стримы. Также можно, как видим, выбирать по стране, по полу, и можно искать стрима. Так, что еще хотел показать? Да, что касается денежных средств, давайте вот сюда перейдем в раздел «Вывод средств». Вывод средств доступен от $10, то есть такая минимальная сумма, но, как вы видите, можно зарабатывать такую сумму за несколько часов.
Выводить можно на электронные деньги, это PayPal и Perfect Money. Советую на Perfect Money, потому что здесь нет комиссии. Да и сейчас, кто живет в Украине, как я, PayPal здесь не работает. На криптовалюту, она сереньким, так, скорее всего, пока что здесь выводить на крипту нельзя. Но минималки все равно очень большие, как видим, 100 и 50 долларов. Ну и также можно выводить на банковские карты, Visa, MasterCard, но тут комиссия тоже 3%, так что все-таки советую выводить на Perfect Money кошелек. По регламенту, насколько я знаю, то здесь выплаты обрабатываются в течение 24 часов, то есть приходят довольно быстро. Ну и плюс еще здесь можно зарабатывать на партнерской программе. Да, да, она здесь тоже присутствует, причем очень классная. Давайте перейдем, собственно, в партнерку. Вот здесь в левом меню, как видим, есть по партнерке, баннеры, ваши рефералы и реферальный доход. Тоже за ним можете здесь следить. Тут вот будет ваша реферальная ссылка. Общее количество уникальных посетителей за все время. Будут все ваши рефералы, сколько с рефералов заработано. Ну и тут все о партнерской программе. Так, давайте посмотрим, сколько же вы будете зарабатывать по партнерке. Во-первых, 10% от каждого депозита вашего реферала. Да, я говорил, что это заработок без вложений, а здесь написано от каждого депозита. Депозит – это то, если кто-то смотрит стримы и платит за челленджи стримерам, то тогда эти люди пополняют здесь баланс. Это здесь и есть депозит. Вам же этого делать абсолютно не нужно. Далее, 10% от сборов каждой трансляции вашего реферала. То есть, например, если ваш реферал здесь тоже стримит, выполняет челленджи, зарабатывает денежки, и он зарабатывает, соответственно, средства, и 10% от его заработанных средств вы тоже будете получать. Например, 100 баксов ваш реферал заработал, или в сумме все рефералы, 10 баксов у вас есть в реферальной комиссии. Ну и также до 3 долларов за каждую реферальную регистрацию, но только для VIP. Партнеров. Партнеров тоже можете здесь сами уже почитать более подробно. Также здесь есть второй реферальный уровень, с которого вы будете зарабатывать 5% от, опять же, депозитов второго уровня реферала и 5% от сборов каждой трансляции стримера. Ну тоже, то есть, если со второго уровня будут проводить стримы и зарабатывать здесь средства. Вот, кстати, да, вот написано, что выплаты в течение 24 часов, значит, я не ошибся, регламент здесь все-таки такой. Как видим, преимущество партнерской программы, мгновенное зачисление комиссионных, наличие сайта не обязательно, отсутствие конкурентов в нише, прозрачная статистика, выплаты в течение 24 часов и пожизненная прибыль. Ну и далее есть вопрос-ответ, тоже здесь все можете почитать более подробно. Ну что ж, вот такая вот интересная платформа, где вы можете зарабатывать абсолютно без вложений хорошие деньги. Но, как я и в начале говорил, такой способ заработка подойдет не каждому. Скорее всего, я стримить не буду, хотя, возможно, на какой-то часе когда-то и попробую, будет видно. Ну а если вам такой способ подходит, вы не боитесь, так что можете проходить регистрацию и зарабатывать здесь неплохие деньги. Ну а на этом пока что все. Ссылка для регистрации будет под видео в описании. Всем удачи и профита, и до новых встреч!